Акция прошла в переулке Северной в северо-западной части Бавлов. По этой улице живут два участника Великой Отечественной войны – Аркадий Брехов и Иван Поликушин. Ветераны вышли послушать концерт в окружении соседей и родственников. Всякое общение с музыкой, с мелодией, безусловно, это очень хорошо. В землянке «Темная ночь», «Алеша» и другие песни военных лет звучали для собравшихся. Спроси, переспроси меня, милее нет земли. Меня здесь русским именем когда-то нарекли. Мы с удовольствием выступаем. Дай Бог нашим ветеранам здоровья, пусть их ряды не редеют. Пусть они еще живут долго-долго, принося радость. И мы будем петь для них всегда, сколько они захотят. В ходе мероприятия заместитель главы Бавлинского района Ренат Хамидуллин вручил в подарок ветеранам продуктовые наборы. Он пожелал им здоровья, мира и благополучия. Мария Кандаурова, Артем Артемьев, БРТ.